Всем привет, друзья! Сегодня закончилась четвертая неделя карантина в Англии, 19 апреля. Что сказать, на сегодняшнее число погибло уже 15,5 тысяч человек. За последние сутки умерло более 800 человек, точного числа не помню, и уже, честно говоря, и не стараюсь запомнить. Работы по-прежнему нет. PPE в Англии не хватает. Уже дошли до того, что уже заказали это PPE в Турции. Уже Турция будет поставлять Англии protection equipment. Имеется в виду маски, халаты и так далее. Англия объявила о том, что продолжает закрытие страны еще на 3 недели. Погода сегодня отличная, дома сидеть уже невозможно, и мы отправляемся в такую рыбацкую деревушку под названием Биттерси. Это графство из Сассекс, недалеко от Брайтона. Можно было бы, конечно, поехать и в большие, побольше города, такие как Брайтон, там можно Исборн, Хастинг, ну и там разные много. Но боимся того, что может быть проблема с полицией. Поэтому едем в деревушку эту, все равно там не были, посмотрим, что там, как там и так далее. А и покажу вам уже из этой деревни, что там интересного. Вот видите, по обе стороны дороги фермерские поля. Они огорожены, как правило, здесь фермерские поля огорожены такой живой изгородью. Они не огораживают забором, как у нас, а огораживают кустами. И совершенно невозможно увидеть, что они там выращивают. Ехали в графство East Sussex. Тоже поля, леса. Кругом поля, леса. Обратите внимание на здания, которые мы проезжаем. Эти все здания 700-800 годов. Английские пейзажи. Прибыли, друзья, на обзорную площадку. Народу куча, машин куча, никто карантин не соблюдает. Почему-то. Что здесь? О, посмотрите, какие виды. О, красота. Красота. Маленькая передышка, 5-минутная, в этих прекрасных цветах. Посидим, отдохнем и, наверное, поедем в Певенси уже без остановок, прямым ходом, и уже буду снимать Певенси. Ну и вот мы прибыли в Певенси. Море. Люди работают в воскресенье. Ничего страшного. Подстригают кустики. Дома на набережной.
галечный пляж. Обратите внимание, там далеко Исборн. Море спокойное. Как и положено рыбацкой деревушке, лодки вокруг дома. Есть здесь все, кафе, рестораны на набережной, но, к сожалению, все закрыто. Пожалуйста, вывеска. Три курс классик меню. 10 фунтов. Недорого, но... Дверь открыта, но в одно из кафе мы зашли, тоже дверь была открыта, спросили, нет, они закрыты, сори. Полностью, друзья, пляж пустой. В обычное время в таких пляжах виндсерферы катаются, рыбаки рыбу ловят, кто-то просто лежит загорает, кто-то барбекю делает, но сейчас ничего, все пусто. Сошли мы с первой береговой линии, уже с берега сошли на дорогу, потому что там идти тяжело по гальке. Ну и вот посмотрите, как выглядит сама эта деревушка, можно сказать. Милое, тихое местечко. Можно здесь провести старость. Вот, друзья, типичный викторианский террас-хаус. Ну и вот мы потихоньку прибыли в центр. Какие-то магазины. Агенция недвижимости. Индийский ресторан. Как же без индийского ресторана? Ну, идем посмотрим. Вижу, что люди кофе. Косту откуда-то тащат. Видно, где-то Коста открыта. Пойдем попробуем купить. Певенси Коста кофе. Агенция недвижимости. Сравнили цены. Цены совсем не дешевые. Вот это юго-восточное побережье, оно в принципе считается в Англии очень дорогим. Снять маленький домик за ночь стоит от 190 до 260 фунтов на побережье. А 1500 стоит, я вижу, за неделю. Traditional fish and chips. Это заведение открыто. Пойдем-ка мы попробуем, посмотрим, что там есть. Может, что-то даже прикупим пожевать на берегу. Сравните цены. Возьмем чипс.
сказал подождать 10 минут. Идем мы, наверное, в машину посидим. Да пойдем забирать свой chicken and chips. Передумал я, может, сяду здесь, посижу на берегу. Че париться в машине, лучше 10 минут посидеть и посмотреть на море. Красота. Красота, друзья. От traditional chicken and chips. Кулек рабиша. Скажу я вам, большого удовольствия съев этого чикена сухого я не получил. Даже картошку вообще не доел. Посидели, воздухом подышали. Ну и можно, наверное, потихоньку выезжать отсюда. Все, друзья, закончился наше путешествие. Все это можно назвать путешествием в Певерси. Нормально здесь, нормально, тихая деревушка, интересная. А, это деревушка, это не деревушка, это такой городишко по их меркам. Поели мы тут на пляже чикен и чипс. Полежали, отдохнули, послушали море и будем, наверное, выдвигаться. Так что всем пока!